Всем привет, с вами мистер Чизер, вы смотрите мой Джесплей канал, и это подкастик очередной за 28 октября 2014 года. Привет, дорогие, соскучились по мне, а? А? Я не слышу. Что, не соскучились? Никто? Нет. Блин, а я по вам соскучился, честное слово. И я очень-очень хочу с вами поделиться одной, ну, не то чтобы новостью, но, по крайней мере, подкаст будет приурочен к тому, что я вам буду рассказывать про стриминг и вообще про мои стримы. Так как у меня довольно такая сложная ситуация на моем канале с YouTube сложилась, и, ну, если кто не знает, в предыдущем подкасте я говорил то, что... Или в паза предыдущем, я уже точно не помню. В одном из последних подкастов я говорил, что мне дали предупреждение на YouTube и, соответственно, забрали возможность стриминга на YouTube. И по этому поводу я перенес свои стримы на Twitch. Но Twitch сволочь. Он не позволяет мне стримить в нормальном качестве. И он мне позволяет стримить только в качестве 1500 килобайт в секунду или как-то так. В общем, это очень и очень мало. Если вы мне скажете, что у меня говняная скорость интернета и еще что-то типа в таком духе, то просто посмотрите вот это. Тестики, да? У нас есть такой сайтик, как speedtest.net. Это ни в коем случае не является рекламой. Про него, наверное, знают все. Так, что ж у нас тут есть? Где у нас тут Амстердам? Где ты? Где ты? Мой дорогой. Амстердам. Вот, Амстердам. Нидерланды. Давай. Или не Нидерланды, я не знаю. Короче, суть в том, что Twitch мне говорит, что я стримить в качестве 2000 и 3000 килобайт в секунду, или где-то так, ну, короче, 3000, не могу. У меня постоянно происходят всякие подвисания. Я не знаю, что это значит. У меня просто постоянно подвисает стрим. И, соответственно, на Твиче я больше стримить не буду, потому что я могу стримить только в говняном качестве, с квадратиками, всякой фигней. Твич превратился в унылое говно. Я не хотел этого говорить, я не хотел употреблять эту фразу по отношению к Твичу, но я скажу это. Твич стал унылым говном. Вы только посмотрите, какая у меня скорость отдачи. 94, мать его, мегабайта в секунду. Это охренеть какая скорость. Ребята, 94! Вы о чем? Я вот не понимаю. Ну, короче говоря, что я сделал? Благодаря такому человеку, как BioAlienR, возможно, вы его знаете, возможно, вы его не знаете, но это не важно. Но благодаря этому человеку, благодаря его стримам, я узнал, что есть такой вот сайтик, как hitbox.tv. Это тоже сайт стриминга. И на этом сайте, естественно, можно стримить так же, как на Твиче, так же, как на SK2TV, или как-то так этот сайт называется, не помню. И так далее, и тому подобное. Так что, ребята, я перебираюсь со стримами сюда. Чем же хорош Hitbox? Во-первых, тут есть русский сервер, то есть российский, скажем так правильно. Российский сервер. И, соответственно, задержка минимальная на стриме. Максимум задержка на этом стриме 2-3 секунды. Ну, 5 секунд, это потолок. Прикиньте, я вот так вот мышкой кружочки поделал, и только через 5 секунд вы это увидели. Ну, через 3 секунды, да? Проведу аналогию. На Твиче я вот так вот провел мышкой, и вы через 20 секунд это увидели. Просто вслушайтесь, 20 секунд, да? Еще аналогия. На Ютьюбе, когда я стримлю, я вот так вот мышкой покрутил, вы через 40 секунд это увидели. Теперь вы вкуриваете, чем хорош Hitbox, да? Там минимальная, точнее здесь, минимальная задержка. Я могу стримить в хорошем качестве. Вот вам, к примеру, я показываю мои настройки OBS. Например, ну сейчас у меня не то стоит, у меня сейчас локальная запись, потому что у меня профиль немного не тот, у меня профиль для записи видео. Ну, в общем-то, кодирование. Битрейт у меня здесь стоит для стриминга 3000. Для стримов это с головой хватает, это более чем достаточно для стримов. На Твиче я ставил качество 1500. Вы чувствуете разницу? В два раза. В два раза лучше качество будет. И мне удобнее тут стримить и так далее и тому подобное. Короче говоря, ребят, ссылка на Hitbox будет теперь под каждым новым видео, начиная с сегодняшнего дня. И, соответственно, я теперь буду стримить только здесь. Так вот, что еще я вам хотел рассказать.
Хотел рассказать, что в скором времени появится новое видео из рубрики My Favorite RTS. Я его допилил, я в воскресенье на Твиче стримил процесс создания этого видео, но, естественно, я его не полностью показывал, я показал где-то процентов 70 создания этого видео. Я записал голос, там немножко смонтировал, ну, то есть основу заложил для монтажа, картинки какие-то там еще нашел для видео и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, видео я в понедельник допилил, сегодня вторник, и думаю, где-то вот завтра, послезавтра я видео уже на канал загружу. Я хочу его еще несколько раз пересмотреть, переосмыслить кое-что, может быть, и что-то подкорректирую еще, но, тем не менее, видео уже на 99,9% готово. Соответственно, завтра, послезавтра оно точно будет на канале. Дальше, насчет стримов еще, немножко вернусь опять. Насчет стримов. Так как теперь я буду стримить на хитбоксе, соответственно, я проведу тестовый стрим. И, скорее всего, тестовый стрим будет завтра. Но об этом я подробнее расскажу сегодня позже, в отдельном видео. Я его выпущу на канале. Соответственно, ждите это видео, оно именно сегодня будет, и не завтра, не послезавтра. Сегодня будет видео, в котором я расскажу, когда я проведу тестовый стрим на хитбоксе, во сколько. Ну и, соответственно, там уже определимся, что да как. Это я уже буду смотреть по степени своей загруженности, ибо у меня сегодня вообще отличный день. Думаете, откуда у меня такое классное настроение и желание жить вообще? Потому что у меня одна пара была. Ну, точнее, у меня вообще-то в расписании две пары стояло, но одну я проспал, и получилась одна пара. Ну, неважно. В общем, у меня сегодня отличное настроение. Завтра, думаю, будет тоже хорошее, ибо у меня завтра тоже две пары. И, думаю, завтра я приду домой и отстримлю. Проведу тестовый стрим. Посмотрим, как там, да что будет. Мне тем более еще надо, как видите, обложку тут сделать, чтобы было все очень красиво. Нет, иди нафиг. Минимальное разрешение 2400. Ну, я думаю, обложку с YouTube возьму. Она где-то такая же, если что, немножко... Ну, что-нибудь придумаю, короче говоря, с обложкой я. Неважно. В общем-то, вот такой вот подкастик, довольно быстрый получается, довольно такой энергичный. Не знаю, как вам, а у меня энергия прям чуть ли из ушей, из носа течет, и хочется творить и созидать. Но созидать будем завтра на стриме, и я уже, если честно, даже знаю, тестовый стрим по какой игре мне провести. Я давно уже хотел по ней провести стрим, точнее, я уже по ней проводил стрим, это игра, по которой я уже стримил, но... Потом, скажем так, ну не забросил, а просто интерес пропал. Вот сейчас у меня интерес как бы заново появился. И хочу опять же ее постримить. Какая игра, не скажу. Скажу видео, которое выйдет сегодня, несколько позже. Позже этого подкаста. В общем, этот подкаст заканчивается, ребята. Все, что хотел я сказать, я сказал. И, наверное, я говорю очень быстро. Но вы уж меня извините, но у меня энергия льется через край. Бывают у меня такие дни. Бывают. Ну, в принципе, что? Что, на этом стрим, на этом подкаст заканчивается, стрим будет завтра, скорее всего. Поэтому жду всех на стриме на hitbox.tv. Ссылка на мой канал для стриминга теперь будет под каждым новым видео. Ну что, увидимся на стримах, ребят. Всем удачи и пока.